нет на канале, нет, я сама. Сегодня 17 декабря, и мы зимой, вместо того, чтобы играть в снежки, запускаем кораблик. Весь этот дождь, грязь и лужи подтолкнули нас на мысли о сегодняшней игре. Ты уже несколько раз спрашивал о том, как работает пылесос. Да? Я не знаю, как работает. И что такое фильтр? Сегодня мы сделаем фильтр своими руками. Возьмем грязную воду из лужи и попробуем ее очистить. Делаем фильтр. Для этого у нас есть разрезанная бутылка и три элемента фильтра. Ставь бутылку вверх ногами, разрезанную вниз. Так. Оп. И опускай первый элемент фильтра. Песок. Вату. Нет, вату. Вату? Да, полностью. Так. Поплотнее, поплотнее. Теперь второй элемент, песок. Песок. Аккуратно держи фильтр, чтобы не упал второй рукой. Так. Так. И щебень в цепе. Да, высыпай. Аккуратно, держи рукой. Фильтр. Высыпай, высыпай. Еще не бойся, не бойся. Сыпь, сыпь. Можно весь, хватает места. Ничего вот страшного, не надо. Есть? Есть. Три ингредиента готово. Какие? Ватка, песок и щебень. Софи, давай, теперь берем воду из лужи и по чуть-чуть аккуратно льем. Подальше стакан чуть-чуть, подальше. Сейчас перельется. Давай. Льется, льется. Что-то происходит? Стоп, 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 все. Теперь смотрим за водой. Можно еще, Софи. Ой, стоп. Щебень. Не, не надо, не то, не то. Песок давай, ватку, вода. Давай еще. Подальше стаканчик, подальше. Вот так. Лей, не бойся. Еще. Она почти грязная. Но почище, да? Почище. Льется? Льется. Сейчас посмотрим. Точно. Как масло стало. Была вот такая грязючая, а теперь как масло, очистилась чуть-чуть. Так, стекай вода. Сейчас она очищается, Соня, проходит через этапы очистки, через разные элементы фильтра. Все, стоп! Все, чуть вот не перелились. Вот тебе еще больше воды. Смотрим, София. И как тут у нас элемент? Ну, наполнялась как-то. Течет, да? Течет. Стекай. Но она непрозрачная. Непрозрачная, но все равно почище. Почище. Сонь, давай сравнивать. У тебя с одной стороны вода, которую мы взяли из лужи. Да. Со второй стороны вода, которую мы очистили. Угу. Переливаем в стакан и посмотрим. Еще можно налить. Лей, не бойся. А в другой стакан чистую воду наливай. Чистую? Да.
не бойся. Ну все, достаточно. Достаточно. Ну что, есть разница, Соня? Да. Смотри, какая была черная, а стала такая мутная. Но все-таки почище. Почище. И мы это сделали с помощью ингредиентов, которые тоже нашли на улице. Это песок и щебень. Только ватку взяли дома. Ну что, Соня, ты поняла, как работает фильтр? Да. Тебе понравилось? Понравилось. А теперь будем прощаться? Да. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока!